Зажигательные танцы, детские улыбки, солнце и хорошее настроение. Ежегодный фестиваль «Всем добра» прошел в Звенигороде. Организаторы устроили настоящий праздник для юных участников. Здесь много веселого, потому что здесь динозавры есть. Сейчас будет мыльные пузыри, батуты и многое другое. Мне понравилось, потому что много сладостей, мороженое, подарки, батуты, хотя я их так люблю, горки очень много, горки на ватрушках. Вика, Карина и Карим из многодетной семьи. На празднике повеселились на славу и подарки получили, все необходимое для школы. Говорят, по учебе уже соскучились. Динозавры и школьный набор там прикольный для школы. Да, палетка, линейка, кисточки, фломастеры, краска, ножницы, ручки, клей, ластик, точилка и много разных карандашей. Активные игры на свежем воздухе, мороженое, фото с мультяшными героями, творческие мастер-классы. Ребята научились делать значки, смастерили куклы-обереги из лоскутков, попробовали технику оригами. Мы мастерим оригами журавлик. Это одна из основных фигур в японском оригами. Символ надежды, любви, долголетия. А еще он умеет исполнять желания. Чем больше журавликов сделаете и подарите вашим друзьям, знакомым, тем быстрее ваше желание исполнится. По инициативе общественных организаций и при поддержке администрации Одинцовского округа фестиваль проводится четвертый раз. Забота и внимание семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, просто необходимо, считают организаторы. Я желаю вам именно того добра, тех улыбок, с которыми вы сегодня пришли, с которым вы празднуете этот праздник. Желаю вам благополучия, успехов в учебном году. И чтобы все те положительные эмоции, которые вы сегодня получили, сопутствовали вам на протяжении всего учебного года и помогали овладевать знаниями. Кульминацией праздника стала пенная дискотека и шоу динозавров. С монстрами из прошлого подружились не только все ребята, но и наша съемочная группа. На фестивале всем добра, даже самые кровожадные динозавры добрые. И ребята их совсем не боятся. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».